Всем добрый вечер! Я получила свой долгожданный заказ из компании Oriflame. Достаточно давно я оформляла свой заказ. Наверное, это было каталога 3 назад. В общем, это было где-то, по-моему, в августе, что ли, в самом начале августа месяца. Сегодня у нас с вами уже середина октября. Мои запасы подошли практически к концу. И, собственно, вот тут долгожданный заказ уже и сформировался. Здесь у меня присутствуют не только товары для меня, но и для клиентов. Ну, я, наверное, Может быть, я сразу вам покажу клиентский заказ и потом акцентируем внимание уже конкретно на продуктах, которые я заказывала себе. Ну, во-первых, хочу обратить ваше внимание, что компания Oriflame запустила акцию «Медальный зачет». Я вот только что увидела, что это наклеечки, вот они отклеиваются. Не совсем, правда, понятно, куда их нужно клеить. То есть здесь есть... Акция заключается в том, что покупая продукты из основного каталога, вы можете получать за продукт не только бонусные баллы, но и медальку. То есть, например, там вы купили какую-то парфюмированную воду, и за нее вам компания Oriflame просто начисляет, значит, там, допустим, 10 медалей. И за определенное количество медалей вы можете выбрать один продукт на выбор. То есть получается, что это бесплатно. Вот, не совсем, правда, понятно, куда эти медальки нужно клеить, но я думаю, что, прочитав на сайте, здесь указано, что можно ознакомиться, можно более подробно узнать, что с этим делать. Но это мы с вами потом посмотрим. Итак, что же конкретно заказал у меня клиент? Первое – это парфюмированные воды. Там была акция на вот такие вот водички. Это не парфюмированные, а именно туалетные. Memories Chasing Butterflies. И вот такая вот розовенькая Flirting Under Fireworks. У меня такая водичка есть, уже заканчивается практически, очень мне нравится аромат. Там цена, по-моему, была со скидкой что-то в районе 300 рублей. Ну, то есть вообще совсем недорого. Из этой серии мне нравится розовенькая. Там еще есть желтенькая, но мне нравится конкретно аромат розовой водички. Следующее, что также было, это у нас с вами бальзам для губ. Там он, сейчас постараюсь открыть, не уверена, что получится. К сожалению, очень такие сложные закрывашки, крышечки, так можно сказать, у данной коробки, что можно легко порвать. Вот таким вот образом выглядит бальзамчик. У меня такой был уже. Это цвет такой розовый. Какой-то нежно-розовый, по-моему, средний оттенок, не знаю. Очень хороший бальзамчик. Я пока не стала себе врать. У меня еще есть не губная помада, а гигиеническая помада с прошлогодней серии. Значит, там что-то с ванилью связано, в общем, не помню точно, но очень такой приятный аромат. Я пока не стала себе брать, так как у меня еще есть. Так, что также было, и это, по-моему, последний товар из клиентского, это шампунь. Здесь 750 миллилитров, серия Love Nature, то есть это уже обновленная серия. Шампунь с пшеницей и кокосом. Очень нравится этот продукт этому человеку. Вот уже, если вы посмотрите мои видео предыдущие, вы увидите, что практически, наверное, вот во многих, где есть шампунь со скидкой, именно пшеница, кокос, он везде практически присутствует. Так, ну и, собственно говоря, весь мой, а именно клиентский заказ. Сейчас я вам покажу товары, которые я заказала для себя. Их здесь не очень, на самом деле, много, но то, что мне на данный момент нужно. Нужно мне следующее. Конечно, была хорошая скидка на масло для волос Элео. Я не знаю, это просто божественный аромат. У меня, кстати, оно закончилось, это масло. Закончилось оно у меня в августе.
Я практически, вот вы знаете, эту весну и лето, именно вот это масло было со мной. Я просто балдею от него. Это просто отличный, невероятный, какой-то теплый, завораживающий аромат. И эффект от него, конечно, бомбический. Но с ним главное не переборщить. Это стекло, если кто не знал. Вот, очень классное масло. Кто не пробовал, я обязательно советую вам попробовать. Я не стала брать две штуки, потому что я всего, наверное, пару раз в неделю пользуюсь этим маслом. Но он настолько, вот, знаете, эффектный и действующий. То есть, ну, я не знаю, просто вот лучше масло я еще не пробовала. То есть, мне очень нравится именно вот это Элео, именно с дозатором, то есть, распылитель, как спрей. Очень хороший в этом каталоге, очень хорошая скидка, не только на это масло, там есть еще каких-то два типа, можете посмотреть конкретно в каталоге и увидите. Так, следующее, что было, это, конечно же, новинка с ромашкой, серия Feminale. Я еще, естественно, не использовала, потому что это новинка недавнего каталога, ничего сказать пока не могу. Но средства эти хорошие. Также, наверное, уже постоянный, как сказать, Нет, на самом деле, постоянный товар, который я практически беру, когда он идет со скидкой. Итак, следующее, что было в моем заказе. Со скидкой шли зубные пасты, и это у нас с вами кристальная белизна. Я взяла себе пока одну штучку, потому что пока у меня еще есть. И хотя, наверное, надо было взять две, но посмотрим. В следующих каталогах, может быть, наверняка будет скидка. Я обязательно возьму зубная щетка. Следующее, что было, это новинка. Вот многие люди, которые давно уже с компанией Oriflame, они знают, что была когда-то серия для детей. То есть средства, которые можно использовать с 3 лет. И я не знаю, она называлась Love and Care или как-то по-другому, но, в общем, очень хорошая скидка была на набор. И что же входило в этот набор? Значит, это у нас с вами 2 в одном шампунь и кондиционер 400 мл. У меня сейчас заканчивается шампунь серии Love Nature для окрашенных волос. Там что-то с шиповником, в общем, было. Заканчивается, мне необходим просто шампунь, поэтому, увидев, конечно, его в наборе, я обязательно его приобрела. Также, что было, это крем для душа, также 400 мл. Гель для душа у меня тоже уже подходит к концу, всего осталось 2 штуки, поэтому это вообще очень выгодная покупка, я считаю, и абсолютно в этом уверена, что средство мне понравится. Здесь нарисован миндаль и молочко, я так понимаю, что это какое-то вот именно сочетание миндаля и молока. Ну, в общем, такой приятный аромат, я думаю. Следующее, что входило в этот набор, это мыло, брусочек мыла. Обратите внимание, он идет для лица и для тела. Face and Body Soap Bar. Брусок 125 грамм, но я думаю, что хороший такой, весомый. Мыло от Oriflame мне очень нравится, кусковые, они очень долго хранятся, не размыливаются, там не плывут, не текут. Соответственно, ванны, то есть очень хорошее качество. Также, что было, это мочалочка белого цвета. Она тоже очень нужна. Она, правда, идет в запас, потому что я себе недавно купила какую-то специальную рукавичку. Она с какими-то скрабирующими, значит, ворсинками, ну, что-то такое, типа массажной банной мочалки. Поэтому пока это идет в запас. Следующее также мне прислали. Так, это браслет.
И все. Вот, то есть в этот набор входило всего 4 средства. Там цена этого набора была, по-моему, без скидки что-то в районе 500 рублей, либо 450, но минусуйте еще скидку представителя, то есть очень хороший, выгодный набор. Берите обязательно, я думаю, что шампунь, гель, мыло, это всегда то, что нам необходимо каждый день. Также компания Oriflame прислала браслетик «Нет предела совершенства». Вот такой вот у меня тоже есть. Я его вложу в клиентский заказ. Он силиконовый, но в принципе неплохой. Я думаю, что отличный такой стимул совершенствоваться каждый день. Так, и что же еще было в моем заказе? Я взяла 3 пробничка парфюмированной воды «Тубероза». Это новинка следующего каталога. Мы обязательно с вами поговорим об этом, когда мы будем сейчас листать после моего обзора новый каталог. Я уже эту водичку протестировала и уже, наверное, смогу вам что-то сказать про нее, но только чуть попозже. Также компания мне в подарок вложила тушь Giordani Gold. Тушь у меня тоже заканчивается, и увидев ее в заказе на последнем шаге, я была в восторге, потому что эта тушь мне очень нравится. Она у меня была этой весной, и она, ну, просто, вот она реально потрясающая, и, в общем-то, очень хороший продукт. Так, ну, в общем-то, все, весь мой маленький заказ. В следующем каталоге у меня подходит уже к концу средства по уходу за лицом. Я буду заказывать для лица, и сейчас даже пролистаем с вами каталог, и я вам покажу, что я буду заказывать. Оставайтесь со мной. Итак, сейчас мы с вами посмотрим следующий каталог. Я уже отметила, что я буду заказывать. Это у нас с вами каталог, который действует с 30 октября по 18 ноября. Каталог так выполнен в холодных оттенках, в таком темно-синем. И что же у нас с вами здесь представлено? Значит, первое — это наборчик за 399 рублей, в которых входит лосьон для тела «Золотое сияние» 150 мл. Очень, кстати, такой приятный аромат. Вот здесь написано, что с ароматом персикового коктейля. Действительно, очень приятный запах. И 500 мл – это пена для ванны. Я думаю, что это уже в таком осеннем стиле, и даже, наверное, где-то зимний, потому что обычно персик такой теплый, приятный аромат, напоминает мне лично о зиме. Так, следующее, что меня заинтересовало, это, конечно же, восстанавливающие капсулы для лица Novage. Они будут здесь с огромной скидкой, 50%, 1499 рублей, минусуйте еще скидку, если вы являетесь непосредственно, значит, представителем компании Oriflame. То есть у вас еще от этой цены будет скидка хорошая. Я использовала данные капсулы, как только они вышли, и купила их, по-моему, в районе за 900 рублей, что ли. Очень классные. Сыворотка достаточно быстро впитывается. Я ее использовала на утро, так как в паре использовала с ночным кремом, но сейчас я ее буду брать именно как на ночь, то есть буду наносить это масло. Там не только одно масло, там, по-моему, смесь масел, можно посмотреть, что туда конкретно входит. Очень мне понравился эффект, я рада, что опять будет со скидкой, обязательно куплю и вам советую. Следующее, что же, это, естественно, новинки, мини-формат популярных водичек парфюмированных. Это Poses, это Amazing Paradise и, конечно же, Giordani Gold. Ну, если успею, конечно, то приобрету, потому что, думаю, наверняка многие, скорее всего, закажут заранее по большому количеству штук, так что есть вероятность, что к моменту, когда я буду заказывать, их уже не будет на складе. Я такой момент допускаю, но, конечно, сломя голову, в первый день заказывать не буду. Так, следующее, что это, да,
Я уже говорила, что у меня подходит к концу средство по уходу за лицом. И здесь у нас появляется с вами новинка. Это увлажняющая сыворотка для лица для всех типов кожи Optimals Hydra. Здесь всего и 30 мл, то есть бутылочка небольшая. Но вот хочу попробовать использовать в паре с капсулами. Думаю, эффект будет отличный. Так, ну и соответственно в пару, по уходу за лицом я планирую взять увлажняющий гель для умывания для всех типов кожи 150 мл и увлажняющий тоник для всех типов, такая же серия Optimals и Hydra. Следующее, что тут есть, это у нас со скидкой будут, матирующие салфетки для лица за 135 рублей. Я обязательно куплю, потому что именно в зимний период, несмотря на то, что кажется холодно, но когда вы работаете и, соответственно, находитесь в одном помещении, то эти салфетки незаменимы. Да, что же хочу сказать, кстати говоря, про новинки. В следующем каталоге выходит премиальная парфюмерная коллекция. Молекулы на основе молекулы одну секундочку Sublime CO2. Соответственно, это у нас с вами моноароматы появятся. Подробно можно прочитать на сайте. Я уже нанесла в наличии к тому моменту, когда я оформляла заказ, был только Sublime Nature Tuberosa. То есть бобов тонко не было. Хотя, когда я вообще только накидала в корзину, все было наоборот. Туберозы не было, были бобы тонко. К моменту оформления заказа все переначалось. Тубероза появилась, бобов тонко не было. Что хочу сказать. Конечно, я только вот буквально минут 25 нанесла туберозу. Нанесла я именно на вот эту... Простите, не видно, но, в общем, вот где костяшки, да, вот именно на эту часть, так как здесь у меня уже есть аромат другой фирмы, поэтому не очень удобно было, естественно, наносить, нанесла на эту тыльную сторону ладони. Что хочу сказать про этот аромат? Он очень интересно раскрывается. Даже сейчас я однозначно не могу сказать, да, нравится он мне или нет. Я думаю, что к тому моменту, когда я буду выкладывать это видео, скорее всего, это будет через день, я укажу в комментариях, понравился он мне в итоге или нет. Опять же, нужно наносить немножко на другие точки, зоны, точнее, тела, чтобы понять, подойдет этот аромат или не подойдет. Про экстракт молекулы CO2 можно почитать более подробно в интернете. Наверняка многие из вас пользовались этой, ну, молекула по-другому, да, называется, этими моноароматами, не конкретно Oriflame, а вообще, в принципе, просто использовали ароматы на основе молекулы CO2. Вот, что хочу сказать. Мне пока нравится, как он раскрывается. Он неоднозначно раскрывается, потому что кажется, что каждые 3 минуты, как только я пытаюсь почувствовать аромат, он меняется как хамелеон. Я не знаю почему, но вот какое-то такое вот впечатление сложилось. Здесь внутри каталога немного описывается про эту технологию Sublime CO2. Можно почитать, если... Я, кстати, не увидела в интернете, в каталоге, именно эту вкладку. Может быть, если вы сможете прочитать, поставить на паузу, у вас получится, я не знаю. В общем, вот тут есть написано, что можно прочитать интервью с Натальей Лорсон о силе вдохновения. В общем, скорее всего, на сайте Oriflame, конечно же, появится эта вкладка, просто, наверное, чуть позже. Ну вот, соответственно, здесь можно открыть и почувствовать аромат. Мне, в принципе, ну, я пока хожу с этим ароматом, тестирую его. Не могу сказать, что да, он прям вот возьму обязательно, нет. Но что касается бобов тонко, приподняв краешек пленки,
Я с первых секунд поняла, что да, это мой аромат, мне нравится. И почему? Ну, естественно, здесь написано, что теплый гурманский букет, пряная свежесть, морскими нотами, молекулами каскалонии, сочной черной смородиной, ваниль и мускус. Ну, конечно, вот именно он раскрывается, то есть именно понятное дело, да, что здесь бобы тонко, но в зависимости от кожи человека он будет на вас раскрываться вот именно этими аккордами. Я не знаю, как он будет раскрываться на мне. Постараюсь, конечно, заказать все равно пробник, чтобы почувствовать, походить с ним, понять, опять то или нет. Но вот именно по тестеру, по страничке, мне он очень понравился. Скорее всего, я его буду брать. Так, и следующее, что осталось, тут не совсем много. Когда-то я хотела купить против перхоти чайное дерево репейник шампунь, но в какой-то момент его не было, все раскупили, поэтому возвращаюсь к нему и обязательно его приобрету. И последнее, что было в этом заказе, ну, точнее, будет в другом заказе, это крем для ног, вишневый десерт. Очень приятный аромат, что вы знаете, такая вишенка и какая-то, может быть, нотка такой как тут правильно написано, гвоздичное масло, что-то здесь есть такое очень интересное, вкусненькое, обязательно тоже приобрету. То есть в следующем каталоге я в основном планирую заказать средства по уходу за лицом, ну и парфюмированную воду, естественно. Посмотрим. Клиентский заказ пока еще не составлен, так как я вот буду отдавать каталог на рассмотрение, может быть, что-то и будет. И следующее, что я вам хотела показать, это каталог премьер-клуба. Что же здесь нам прислали? Туалетная вода Norfin Beauty за 359 рублей. У меня эта туалетная водичка была этим летом, уже закончилась. Очень мне понравился аромат. Второй раз, правда, приобретать не буду. Наверное, потому что уже перенасытилась им. Но вообще неплохой такой аромат. Очень мне понравился. Ну, я так быстро пробегусь, что здесь есть. Это каталог для, значит, премьер-клуба, для тех, кто в нем состоит. У меня, кстати, вот сейчас в ванной стоит такой крем для душа Mystic Spell с маргаритками. Очень мне нравится аромат, тоже очень-очень хороший. Так, дезодоранты будут со скидкой шариковые. Что еще? Так, что у нас тут еще? Ну, вы можете, в принципе, видеть по ценам, что нам предлагает компания. Не знаю, давайте попробуем поближе. VIP Bali Club. И опять же, да, по 299 рублей туалетная вода. Люсия, кстати, мне очень нравится аромат, но пока у меня еще в полной размерной версии его не было. Но, может быть, как-нибудь приобрету. Так. Ну и тут идут у нас с вами аксессуары. Я обычно на них не заостряю внимание, так как в компании Oriflame, если что-то покупаю из этой серии, то очень-очень редко. Вот. В основном покупаю какие-нибудь шарфики, сережки меня интересуют, ну, то есть такого плана. Так, вот здесь тоже идут резиночки, носочки и зеркало на последней странице. Ну что ж, это был мой небольшой заказ из компании Oriflame. Заказывайте чудо-набор Love and Care, пока он идет по хорошей цене, и, в общем-то, наслаждайтесь приближением зимы, всем хороших, точнее, не хороших, а именно отличных выходных, всем пока-пока!